Более полумиллиона евреев, выживших в концентрационных лагерях, сейчас находятся в транзитных лагерях в американской оккупационной зоне. Берман, Давид, еврей. Вы были узником концлагеря Заксенхаузен. Как вы туда попали? На лимузине, с шофером. Что сейчас нужно немцам больше всего? Белье. И мы развернем оптовую торговлю бельем. Я с вами. Все, конец фильма. Как киномеханик он безнадежен, зато в торговле просто гений. И чем же он берет? Будет у немцев чувство вины. Чувство вины у немцев? Да. Торговля — это искусство. Представление — вот что имеет значение. Мы приехали к вам по поручению вашего руководства. Обычная цена такого набора с приданным — 1300 марок. Ваш работодатель, железная дорога, идет вам навстречу и готов доплатить 400 марок. Завтра едем в Зэгбах. А что в Зэгбахе? Почтовые работницы. Это становится все более безумным. Лыхаем. Да что? За жизнь. Вы врач? Да. Да. Сразу будете платить или в рассрочку? Мы еврейские мстители. Это не игра и может иметь серьезные последствия. Вы меня пугаете? Я просто выполняю свою работу. Так сказал эсэсовец, стоя на краю ямы с убитыми. Давид, будем говорить на чистоту. Вы меня заинтриговали. До сих пор мы тебе доверяли. Что ты затеваешь у нас за спиной? Ты был связан с нацистами? Я же сказал тебе, сиди у Мариан и следи, чтобы сюда не пришли немцы. Немцев не обманешь, особенно когда дело касается евреев. Гитлер мертв, но мы все еще живы.